Меня зовут Артем Трембовлев, и это открытое обращение к руководству Приморского края, Законодательному собранию Общественной палаты Приморского края. Сегодня 6 ноября 2020 года, и в акватории Находки вновь обнаружено большое пятно нефтепродуктов. Надо сказать, что это третье или четвертое пятно за последние две недели. Никаких активных действий городских властей и администрации порта по ликвидации таких разливов, по недопущению их в дальнейшем мы не видим. Такой преступный рецидив способен уничтожить акваторию бухт. Я обращаюсь к руководству Приморского края, к общественности Приморского края, включиться в эту ситуацию, чтобы не допустить экологической катастрофы.